Поїхали. От, шановні друзі, так буває. І люди втомилися, і техніка, і всі нервують. Але кажуть, все добре, що має добрий кінець. До нас завітала мати Серафіма, яку ми анонсували, і ми маємо змогу поспілкуватися з такою гостею. Хоча й гостею не називаєш, бо вони постійно прописка під цим дахом. У вас є змога привітатися з глядачами. З щирим серцем усіх вітаю з тими святами, які зараз ідуть до нас. Зелені свята, свята Трійця. І як казав Тарас Григорович Шевченко, це те, що з нами повсякчас і на весь вік. Давайте попросимо режисера надати такий ілюстративний матеріал. Він нас налаштує от на цю дуже своєрідну хвилю. Немає, не готовий матеріал. А коли буде напоготові, ви нам надасте сигнал. Давайте ось з чого розпочнемо. Буквально коли це буде? У неділю? На 50-й день после своего славного воскресения Господь Иисус Христос исполнил свое обетование, послав апостолам Духа Святого, долгожданного Утешителя. В тот далекий день, в 9 часу утра, с неба послышался шум, словно от несущегося сильного ветра, и наполнил дом, где находились ученики Христовы. Дух Святой сошел в виде огненных языков на апостолов и почил на каждом из них. Исполнившись Святого Духа, они стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Господь дал апостолам способность и силу для проповеди христианского учения всем народам. Людям было явлено третье лицо Пресвятой Троицы – Бог, Дух Святой. День Пятидесятницы называется еще Днем Святой Троицы, ибо с явлением Святого Духа людям открылась одна из величайших тайн бытия Божия. Люди узрели, что Бог един, но един в трех лицах. Отже, Троїця, от таке питання особисто для вас. Ще коли ви були далеко від не тільки монастиря, але й думки про нього. І у подальшому, і тепер. Що це воно таке? Це одне із найбільших наших свят. И почему мы любим еще этот праздник? Потому что он как раз приходится на весенние и летние месяцы, когда все уже зеленеет, когда буйство красок и цветов, когда наконец-то ушла зима, ушли холода, и мы встречаем новый период в нашей жизни. Період повний надіжди і оптимізму. А ви пам'ятаєте, коли, я повторюю, ви ще були далекі не тільки від того закладу, яким тепер керуєте, але й від думки про це. Тоді існувало в вашому житті Троїця? Ні, тоді я мало знала інформації, мало про свята, але я ходила, безусловно, в храм. Но рідко, тому що ми були комсомольці, нас учили, що Бога нет. Что религия – это пережиток прошлого, мракобесие. Опиум для народа. Классические слова. Уже больше об этом я узнала, конечно же, будучи в монастыре, куда я ушла еще несовершеннолетней сразу после школы. Ну, в школе момент... мы этого не учили. Ну, зрозуміло, в школе вчили навпаки. А вот такий момент, вы же письменница, історик. Це все відбувалося от тоді, 2000 років тому, з гаком, відбувалося ж не в наших Палестинах, як кажуть, відбувалося там. Там клімат інший. І там весна, літо дещо інше. Там не такі, обставини, як зараз. Там це ж не було чимось таким святковим.
А багато співгромадян просто не звертало на це увагу. Я, наприклад, ось у Флавія нічого не прочув, не прочитав про це. Мабуть, якщо воно і було, то так повз істориків пройшло. Іосиф Флавій більше пише об війнах. К сожалению, его, наверное, религия тогда меньше интересовала. Это действительно очень серьезный историк, хронист, и рассказывая о катаклизмах политических, общественных, которые тогда волновали его народ, которые тогда сотрясали его землю, наверное, он больше внимания уделял именно этой стороне, не чувствуя, не понимая, что главным все-таки является учение бедного Назарея. И кто мог тогда думать во времена Иосифа Флавия, что бедность и отсутствие вот той колоссальной мирской силы, которой обладают имеющие власть, победит. Победит их, мощных, великих, значимых. Как сказал сам Господь, последние будут первыми, а первые – последними. Ну, кто был никем, тот станет всем. Это, в общем, какой-то мере перевод, да, можно сказать, вот так. И однако же, если это действительно вообще история вся, от ареста, захвата, допросов, избиений пророка до его распятия, а потом вознесения, вот было такое значимое, то не мог же его современник, а Флавий был, по-моему, современник его. Почти. Да? Но не мог же он, никак вообще не обратить внимания на это. А вот даже вскользь там ничего не говорится об этом. Дело в том, что если мы действительно обратимся к историческим событиям, то последователи Иисуса шли в народ через иудейскую диаспору в Римской империи. Вот что очень интересно. А евреев было очень много везде. И в Северной Африке, и на территории нынешней Италии, Испании, и на Славянском побережье тоже. Андрей Первозванный дошел до Новгорода, как говорят те предания. Поэтому вот что очень странно. Это течение шло вот где-то снизу. И если элита тогдашняя, которую олицетворял Иосиф Флавий, была занята чем-то иным, то низы рождали истину, а не те, казалось бы, кто является носителем передовых идей. Элита. Подчас элита ошибается, и ошибается коренным образом. И опять же, обратившись к классику, скажу, страшно далеки они были они от народа. Но там есть и продолжение. Но их дело не пропало даром. Вот. Дело в том, что мы смотрим фильмы даже серьезных режиссеров, Пазолини, например. Там эта ситуация с распятием и последствиями, она носит массовый характер. Значит, где-то оно должно было фиксироваться. Фиксация идет очень серьезно, об этом говорят многие литературные источники. И то четверо Евангелие, которое у нас есть, не ограничивает время, которое может нам рассказать об Иисусе Христе. Ведь было много других писаний, так называемые апокрифы, которые были не совсем достоверными источниками с точки зрения апостолов и их преемников. Они избирали только тех авторов, которых сами хорошо знали, апокрифы остались таковыми. Тем не менее, например, Зенон Касидовский, вот кого я читала в юные школьные годы, будучи комсомолкой, и слыша каждый раз на уроках, что Бога нет, атеистический польский писатель Зенон Касидовский создал книгу очень интересную «Евангельские сказания». И вот там он подробно описывает те события, которые нашли отражение по его поискам в литературе, в фольклоре тех времен, оставили очень большой отпечаток и след в исторической жизни первых веков христианства. И вот, будучи маловерующим человеком, скажу вам откровенно, я, читая Касидовского, как раз и пришла к тому, что моя вера стала глубокой и осознанной. Он подтвердил историчность Священного Писания. Видите, великая сила литературы, если только это настоящая литература. Это была историческая литература, это было историческое исследование, очень смелое вот этого польского автора. У него есть целый ряд вот таких вот... Кстати, он, скорее всего, католик был, не православный. Да, религиозных исследований.
І у нього є біблійське сказання, євангельське сказання. Ці книги з моєї юності до сих пор у мене на полці стоять. Вот как-то я отнюдь не мимоходом другой писатель, вероятно, вы тоже к нему хорошо относитесь, талантливый человек, общепризнанно, Михаил Булгаков, он коснулся этой темы именно этого периода, именно этого момента 2000-летней давности. Вас ничего не смущает в том, как он подал этот материал? Странновато как-то вот. Меня абсолютно ничего не смущает. Более того, меня совершенно восхищает. Я бы извинилась в моих устах, может быть, это не должно так звучать, но, как говорят, это действительно дико восхищает. Например, то, как им подан так называемый квартирный вопрос. Вы знаете, он виртуозно показал обратную сторону человеческого греха, человеческого порока. Но самое странное, что те же вопросы, которых он касался, и в нашей жизни сохраняются сейчас. А что касается самого героя... И если мы начнем разоблачать черную магию, мы можем... Ну да, они хотели разоблачения и, в общем, нарвались совершенно на другие моменты. Но что касается самого героя, тех событий, о которых мы сейчас говорим... Ну, зачем-то ему понадобилось. А Михаил Федорович Булгаков, ко всему прочему, если я что-то не путаю, был выходцем из, мало сказать, религиозной среды. У него ведь ближайшие предки были священниками и писателями религиозными. Его отец был преподавателем Киевской духовной академии, а его мать... была дочерью очень известного киевского священника, тоже преподавателя Киевской духовной академии. Видите, в его роду были богословы очень высокого уровня. И его Иешуа отвечает на вопрос о родных, что он их не знает, и он даже толком не знает, кто он. Но говорили, что отец был сириец. Во-первых, отец его был, мы знаем, кто. Вы знаете, он упор делал не на... образе Иешуа, на самом деле, у него главной фигурой, вот выступает одной из главных фигур, Понтий Пилат. Трагическая фигура. И вот эта постоянная головная боль, постоянные страдания духовные и физические Понтия Пилата, его муки совести. Вот представляете, человек, наделенный властью, римский вельможа, очень такой могучий, страдает муками совести. Но он не хотел ссориться все-таки с местными властями. Вы знаете, вот для меня главное было, это то, как он мучается, как совесть его обличает. Можем ли мы сейчас сказать, что чиновники наши имеют вот это вот очень важное для человека чувство? Муки совести они испытывают? Может быть, как исключение, но когда человек моральный попадает в эту среду, ему там очень неуютно, не живется, и либо он... В общем, как-то мирится с этой ситуацией, включается в нее, либо вылетает. Это понятно. Я думаю, что это в те времена было все непросто. И все же совершенно непостижимо. А как вы себе объясняли, когда читали, почему Иешуа не мог ответить четко на вопрос, кто его родители? Ну, для меня же писание, священное писание – это одно, а Булгаков – это другое. Как литератор… Он преследовал другие совершенно цели. А если мы будем говорить о празднике Святой Троицы, то я хочу вспомнить другой литературный памятник. Это 15 век, когда почти один из современников Сергия Радонежского рассказывал о том, для чего он благословил Андрею Рублеву написать икону Святой Троицы. Оказывается, для того, чтобы показать всем своим соотечественникам, что такое преодоление розни мира сего? Что такое единство в многообразии? Вот для нас сейчас, украинцев, очень важно познать, что такое единство. Это мы должны отказаться от всего для того, чтобы объединиться, или мы должны остаться самими собою, но в то же время объединиться ради неких великих божественных целей. И вот Андрей Рублев пишет свою знаменитую икону, Святая Троица. Мы ее видели сейчас, вот показывали, как раз ее. Это Рублевская, по-моему, была. Совершенно верно. А. И вот в то время, раздираемое усобицами, когда все воевали против всех и друг с другом, и продавали свою землю татарам оптом и в розницу, вот именно этот религиозный символ стал началом объединения ныне одной страны.
Ну, страна как страна, а вот внутри ее тоже, в общем, с единством сложно, как вы знаете, да? Вот для нас сейчас тоже очень важен вот этот духовный символ для украинцев, чтобы мы поняли, нас спасет именно единение. Потому что, опять же, в Священном Писании сказано, страна, которая разделилась сама с собою, и город, который разделился сам с собою, не устоит, но погибнет. Що стосується самого свята, що люди, які вважають його святом, але толком не знають, що робити, що вони мають робити? Перш за все, православні люди, вони чудово знають, що робити. Вони, звісно, йдуть до церкви, і не лише йдуть. Я згадую, як в ті атеїстичні радянські часи моя мама украшала наше жилище. Вот, понимаете, что для меня было, я была тогда школьницей, совершенно еще маленькой такой девочкой, она рубила сокор, серпом срезала и украшала хату вот этой травой, живой зеленой травой. Это было одним из главных миссионерских свидетельств о празднике Пресвятой Троицы для меня тогда. Она вот всю траву несла до церкви и святила ее. И потом у нас вот за иконами вот такие пучки освященной травы всегда были в доме. Кстати, а цей звичай, вибачайте, він пізніше десь склався, бо коли була ця вся історія з розп'яттям та вознесінням, то там яка могла бути трава? Ви знаєте, коли оця православна віра прийшла на нашу землю, ми знаємо, що це було во времена князя Владимира, то она не стала бороться с местными языческими обрядами и обычаями, она их трансформировала. Приспособила, да? Она их по-матерински приняла в свое лоно и трансформировала, изменила. И вы знаете, коляда на Різдво, зелені свята на День Святої Трійці, да, это отголосок каких-то наших старинных, родных нам обычаев. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Даже в те советские времена власть ничего не могла сделать с травой, с цветами. А это для людей, которые не могли иначе выразить свою веру, было чрезвычайно важным свидетельством того, что они православные христиане. Ну и наконец, вы знаете, ну я уже признавался, что не хватает мне интеллекта, чтобы понять, что такое един в трех лицах. Или три, или один. Но это, очевидно, атеистическая позиция. А как все-таки объяснить это? Очень просто. Опять же, я пойду через свои ассоциации. Может быть, я не права, что не отвечаю вам как богослов, а як проста пересічна людина. Коли я приїхала до Західної України, зокрема до Львова, до мене підійшов один чоловік. Він побачив, що я в чорному одязі, не така, як греко-католицькі монашки, тобто я православна. І він так суворо мені сказав, от коли в нас буде одна церква в Україні? У відповідь він почув, тоді, коли буде одна партія. Ну, партія була. Отже, коли ми намагаємося все уніфіцірувати жорстко, ми проігриваємо, ми дуже багато втрачаємо. А Господь, Он дав нам дуже великий люфт. От що цікаво. Он создал законы для этого мира, по которым мир существует. Да, он может менять эти законы, Господь. Происходят чудеса. Но, тем не менее, это происходит не так часто. Законы физики, законы химии, законы, неспосланные нам Богом, по которым мы существуем, и вся эта вселенная, весь этот мир, весь этот космос, как любят говорить богословы, они неизменны. Но в единстве нам Бог дал разнообразие. Понимаете? Он дал нам свободу, и ответственность, чувство долга, очень жесткое, да, мы должны делать так, но в то же время безграничное качество свободы в нашей жизни. И оно и говорит нам о единстве в Троице. Потому что монотеизм выражается не в жесткости, не в силе. Бог не в силе. А в правде. Еще бы вы могли на... А от нам ціле 4 ще хвилини надали, тоді все питання. Ми бачимо дивовижні речі, якщо врахувати, що десятки років, десятки п'ятирічок, я б сказав, по-сталінськи, Бога не було, і це було ясно, це медичний факт, як казав Бендер.
якось незручно було розсуждати про це, розмірковувати, бо всі навчалися в школі, всі навчалися в вузах там і таке інше. Так. Були в армії, про що йдеться. От якось усі, чи майже усі, зачепили оці хрестики. От здавалось би, і це і все, всіх і поєднає. Бо возлюбив врага свого, да, і так далі. Наповідь. А ми не бачимо, тут і друзів-то не люблять, не тільки врагів. Виходить, хрестики нацепити проще, да, ніж проникнутися духом вот этого единства і любви. Ви знаєте, дуже хорошо сказав премудрий Соломон. Время собирати камні, время розбрасувати камні. Є періоди, коли вот все слишком стабільно, їх називають ще временами застоя. І люди устають, особливо молодежь. И появляются такие харизматичные лидеры, которые говорят или поют: «Мы ждем перемен». Вы помните одного такого знаменитого певца? «Мы ждем перемен». Але коли ці зміни до нас приходять, вони розхитують наше стабільне життя, і ми на своїй шкурі, на своєму хребті чувствуємо, що таке вітри перемен. Поэтому, когда мы сейчас находимся вот на этих сквозняках, когда ветры перемен сдувают с нас подчас и лишнее, мы начинаем тянуться снова к стабильности. И вот так вот мы и живем. Вся наша жизнь – это движение. Что лучше? Болото, застой? Или, как говорил Горький и другие, в том числе, пролетарские писатели. Пусть сильнее глянет буря. Пусть сильнее глянет буря. Вы предвосхитили мои слова. Да, но, знаете, буря – это дело утомительное, в принципе. Да, особенно, когда мы ясно видим в истории, что наша замечательная интеллигенция, которая столько сделала для подрыва имперского застоя, для разрушения дома Романовых и прочее, прочее, и когда, наконец, подорвали, и не просто болтали, ходили на каторгу, в ссылку, страдали, ходили на виселицу. Вот, когда, наконец, народ был освобожден, и они получили от него, извините, по физиономии, они его не узнали, а все побежали к Врангелю, к Деникину, а вместе с ним потом побежали в дальние края и лишили народ интеллигенции. Но сегодня в такой день, накануне таких дней, мы не будем об этом говорить. Два слова буквально на прощание, именно в связи с тем, что мы идем навстречу таким событиям. Я предлагаю всем нам встретить лето вот так, чтобы оно было для нас прекрасным. Как еще говорят в народе, лето красное. Давайте вот так вот и бороться за наше лучшее таким образом, чтобы было хорошо всем вокруг, чтобы мы почувствовали красоту вот этого божественного мира и, наконец-то, поняли, его нужно беречь. Да, нужно достигать нашего единства, в то же время нам нужно прощать друг другу наше несовершенство, наши грехи и наше разнообразие. Давай, Боже, вот цим слова усім в уха. Шановні друзі, вдячні вам за те, що ви були з нами. От цих самих гаразів ми вам і бажаємо. Щастя.